Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Друзья, пару слов про кофе в Албании. Кофе в Албании пьют небольшими порциями, но пьют часто. Здесь это в почете. Если вы попросите себе кофе, то вам автоматически принесут маленький концентрированный эспрессо. Либо вы можете попросить себе макиато. Макиато – это тот же самый концентрированный эспрессо, только со взбитым молоком. Либо вы можете попросить себе большой макиато, да, и он вот такого размера мало чем будет отличаться от там, маленького макиато. К кофе обычно подают стакан холодной воды, друзья. Видите, да? Обычно приезжие из больших городов, да, ожидают немножко большего от кофе, потому что они привыкли к таким большим таким кофейным трехэтажным бочонкам от известных сетей кофеин, с джунглями, со взбитыми сливками, там, с какими-то там игрушками. А у нас этого, друзья, нету в том количестве, к которому вы привыкли. Да? У нас, конечно, есть кофейни вот с этими джунглями, но они не пользуются большим спросом. Основной спрос, да, именно на крошечные маленькие чашечки кофе. Да простят мне это любители вот этих вот больших бочонков. И, друзья, на территории Албании очень популярны небольшие бары, да, вот вы даже можете посмотреть на этот вот бар, в котором я тут сижу, заказал себе кофе, и вот такие небольшие бары с небольшим выбором кофе и каких-то напитков, они, поверьте, гораздо популярны, чем даже какие-то там ресторанчики, даже небольшие ресторанчики, даже какие-то семейные, крохотные, их гораздо меньше, чем вот таких вот баров. И, друзья, албанцы в этих баров за чашкой кофе проводят очень много времени. И дело не в том, что они любят кофе или им нечем заняться. Дело совсем в другом. Дело в том, друзья, что в Албании за чашкой кофе решается невероятное количество самых разнообразных вопросов. Это и семейные вопросы, и какие-то рабочие встречи, и какие-то даже деловые серьезные переговоры, да, друзья, они решаются за чашкой кофе. Поэтому, друзья, если вас пригласили на чашечку кофе, вполне вероятно, что вас хотят не просто угостить вот этой вот чашечкой кофе, вполне вероятно, что вам хотят сделать какое-то предложение или о чем-то с вами договориться. Поэтому имейте это в виду. Подписывайтесь, ставьте лайк и успехов!